Ще от цікава інформація, от буквально нещодавно з'явилася, влада Німеччини ухвалила рішення про масове видворення співробітників російських дипломатичних представництв з країни, з Німеччини. Росія у відповідь, значить, висилає німецьких дипломатів, а за своїми вислала літак. От, на ваш погляд, це стало результатом чого і про що це свідчить? Не, ну то, що всі посольства, особливо в європейських країнах, таких як Германія, самых серьезных стран, заполненной одной агентурой, в этом, по-моему, ни у кого нет сомнений. Ну, честно говоря, и американцы тоже не сильно церемонятся, и все в той же России тоже там, большая часть, может, и агенты, да, а своих спецслужб. Это такое правило по умолчанию. Проблема только в другом. В том, что действуют российские сотрудники этих внешней разведки под дипломатическим прикрытием очень агрессивно. Ну, я вот не помню, чтобы американцы кого-то убивали в России, даже считая этого человека там вероотступником и так далее. Ну, Ассанжа, то есть этого, извините, Сноудена, его убил кто-нибудь? А вот, простите, в Германии я помню, как Хангашвили убили в парке, застрелил его некий осужденный пожизненно товарищ, понимаете? А то же самое в Великобритании происходило, вот. Красиков его фамилия, вот, который пожизненно сел в Германии, бывший сотрудник Вымпела, тоже из российских спецслужб. Только погодите, к чему ведет работа российских спецслужб по этой части? Она приводит к смертям, убийствам, угрозам самим гражданам, то ли Германии, то ли Британии и так далее. И поэтому высылка дипломатов, я не знаю, что явилось конкретным предлогом для этого решения. Ну, вот не следил, сегодня только новость появилась. Но, честно говоря, атмосфера-то так себе. Вот с российскими дипломатами очень так себе. Вполне охотно соглашусь, что у этого есть масса проблем. Напередодні Вашингтон Пост написав про те, що Росія намагається в Німеччині об'єднати ультраправих і лівих для того, аби створити антивоєнну коаліцію, яка би виступала там за припинення озброєння, передачу озброєння України, ну і взагалі підтримки України. От, по-перше, наскільки такі зусилля дійсно можуть мати якісь результати для Кремля в Німеччині? Ну, знову ж таки, а по-друге, наскільки там Німеччина і Берлін фактично може ефективно цьому протидіяти? Это касается и заявлений Писториуса, наверное, я так понимаю. Дело в том, что ситуацию надо в целом оценивать между Москвой и Германией. Отношения ухудшаются катастрофически. Потому что война, она все-таки привела к тому, что прежде Германия, кстати сказать, считалась одним из главных адвокатов Москвы. При Меркеле это именно так и происходило. При Олафе Шольце, на которого надежды были еще больше, он выходит из социал-демократической партии, он ее глава, да, а надежды были еще большими, что удастся посредством этих политических изменений, уходом там, после почти сколько, 16 лет Меркель была канцлером правительства, что все изменится, что наоборот, Олаф Шольц, он такой сидит бухгалтер, начетник, никаких амбиций вроде как не выказывал таких глобальных. А оказалось все наоборот. Оказалось, он своими бухгалтерскими счетами гораздо оказался круче, чем любой политически амбициозное лицо. Да? Она ХДС представляла Меркель, он-то социалист. А тем не менее, это привело к только худшим последствиям. И сегодня отношения с Германией, именно так комментируют и пропагандисты, и официальные лица в России, находятся на стадии там, абсолютного враждебности. И то, что высылают дипломатов, это тому подтверждение. Вы знаете, там же ведь очень сильно повлияла передача вооружений. Вот это, так сказать, некий символизм. Они же орали, опять немецкие танки топчут, значит, землю бывшего СССР. Ну, или что-то такое. Вот, контекст, да? А вот. И это для них, безусловно, очень болезненно. Не потому, что они там отсылки делают там, к войне Второй мировой, к войне с Германией. Все это ерунда. Уже она была 80 лет назад. Уже столько поколений сменилось. Это дурака валять. Бесконечно с головой повернутой назад ходить. Какая Германия? Той Германии уже нет, как 80 лет нацистской Германии. Да? Но они рассуждают в логике, что... Ну да, вы как бы союзники американцев. Американцы вас кроют. Но вы еще и нам должны чего-то. Вы нам должны за войну Вторую мировую, за все, что было совершено нацистской Германией на территории бывшего СССР. А вдруг выяснилось, что это все не работает. Что это все
в общем и целом, так сказать, в новых условиях все эти обязательства не работают. Никто больше не рефлексирует. Вот и все.